Со времен Перри Мейсона адвокатские истории – излюбленный жанр для авторов детективных романов, рубрик в газетах и на телевидении. На фоне бравых похождений борцов за справедливость как-то забывается, что адвокат – не единственная специализация юриста. Не менее востребованы и нотариусы. Нотариальная палата Чувашии отметила 20-летие. Оформить сделку, заверить подпись, дать разрешение на вывоз ребенка за границу, составить завещание. Все это без участия нотариусов просто невозможно. Кстати, для дополнительной гарантии легитимности нотариальных действий работа каждого нотариуса страхуется на 2 миллиона рублей. Но страховые случаи ни разу не наступили. Я полагаю и рассчитываю на вас, что вы своим лучшим примером будете упреждающе работать и в совершенстве законодательства, и в обслуживание наших жителей Чувашской Республики или даже граждан Российской Федерации, когда они приезжают к нам и находятся на территории Республики и обращаются к вам. Нотариальная палата Чувашии не только контролирует работу нотариусов, возмещает затраты на проведение экспертизы, связанной с их деятельностью, но и активно участвует в общественной жизни республики. Только в прошлом году нотариусы оказали благотворительную помощь слабозащищенным гражданам на общую сумму более 1 миллиона рублей. С каждым годом увеличивается и количество нотариальных услуг, оказываемых бесплатно.